Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня мы начинаем серию программ под названием «Крещение во Святой Дух». Я уже учила в этом серии «Основы христианства». Но пока я разбирал эту тему, вопрос крещения во Святой Дух открылся мне на более глубоком уровне. И мне захотелось с этим поделиться, посвятив этому целую серию программ. Я считаю, что крещение во Святой Дух очень важно, потому что у нас на Земле есть миссия. А для ее исполнения нам нужна Божья сила. Все и правда крутятся вокруг великого поручения, которое дал нам Иисус. Да, у всех нас разные дары и способности, но мы готовы на все ради исполнения великого поручения, для достижения людей и обращения их в учеников Иисуса. Для этого нам нужна Божья сила, которую мы получаем через крещение во Святой Дух. Но я хочу, чтобы мы поняли его глубже, чтобы у нас появилась настоящая вера для принятия этого крещения и действия в нем. Чем больше мы понимаем, как действует это крещение, тем больше мы будем повиноваться Духу Божьему. А в Библии есть три основополагающих крещения, которые должны произойти в самом начале христианской жизни первое крещение — это когда мы принимаем Христа. Библия говорит, что Дух Святой крестит нас во Христа, и мы становимся частью тела Христова под главенством Христа. Так мы получаем Дух внутрь себя и рождаемся свыше. Крещение номер два — это водное крещение. Водное крещение путем полного погружения велено всем христианам, чтобы публично засвидетельствовать и внешне продемонстрировать наше крещение во Христа. А третье крещение, о котором мы поговорим сегодня, это крещение во Святой Дух, цель которого — наделение силой свыше. Получается, что у Святого Духа есть два вида служения. Во-первых, он пребывает внутри нас, для нашей жизни с Богом и нашей личной святости. Но Дух может еще и пребывать на нас. Прежде всего, мы должны получить Духа Божьего внутрь, а после этого мы призваны получить Духа на нас, что дает силу для служения и для того, чтобы быть свидетелем. Мы видим, что даже Иисус получил Духа Божьего двумя способами. В деяниях апостолов мы видим, что верующие сразу после спасения крестились в воде. А вскоре после этого они крестились в Дух Святой, так они получали силу для служения. Слово крещение означает погружение. Следовательно, крещение во Святой Дух это погружение в Святой Дух, а это означает, что так Дух Божий пребывает на нас. В первом послании к Коринфянам, 12, главе, 13 стихе, описано крещение во Христа. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елины, рабы или свободные. И все напоены одним духом. Здесь говорится о том, что происходит во время спасения. Все мы получаем Духа Святого внутрь себя. Итак, здесь сказано, что креститель ⁇ это Дух Святой, а носитель или вещество, в которое мы погружаемся, ⁇ это Христос. В послании к Галатам 3 главе 27 стихе сказано, «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Итак, как только вы приняли Христа, вы крестились во Христа, и Христос своим духом вошел в вас. — это новое рождение. Вы были помещены во Христа. Дух Христа вошел в наш дух, переродил его, и мы родились свыше. Теперь его дух обитает внутри нас, и этот дух святой соединяет нас со Христом, нашим главой, и друг с другом в теле Христа. Это то одно крещение, которое имеют все верующие. В послании Ефесянам 4.4 сказано, «Одно Целый один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Итак, это крещение во Христа единственное крещение, которое должно быть у всех верующих. Но, как я уже сказал, крещение Три. Однако это не означает, что все верующие автоматически получают их. Остальные крещения зависят от вашего послушания и вашей веры. Эти крещения являются внешним проявлением фундаментального крещения во Христа. Итак, в водном крещении мы свидетельствуем или провозглашаем то, что Бог уже сделал в нашем духе, когда мы крестились во Христа. Мы отождествились со Христом Его смерти, погребении и воскресения. Погружение в воду это символ смерти и погребения вместе со Христом. Уходя под воду, а потом поднимаясь из воды, мы будто бы умираем, а потом воскресаем вместе со Христом как новое творение. В этом случае крестителем является человек, представитель церкви, а вещество, в которое мы крестимся, — это вода. Мы разбираем это, потому что тут есть параллель с крещением во Святой Дух. Итак, третье крещение, на котором мы сфокусируемся в этой серии программ, является внешней демонстрацией того, что с нами произошло во время нашего крещения во Христа. В результате крещения во Святой Дух, Дух, который находится внутри нас, еще исходит на нас, облекая нас своей силой для служения. Итак, в Писании принятие Духа состоит из двух частей, и это хорошо прослеживается в деяниях апостолов. Вначале, во время спасения, мы получаем Духа внутрь, а позже Дух сходит на нас, когда мы крестимся в Дух. Тот же Дух, который мы получили во время спасения, хочет также сойти на нас и облечь нас своей силой. Но для этого нам нужно принять его. Итак, цель крещения во Святой Дух — это сила для служения и исполнения великого поручения. Именно поэтому мы еще здесь. Бог мог забрать нас на небо сразу после рождения свыше. Но у нас есть миссия. Великое поручение по спасению душ и созданию новых учеников Иисуса. Мы с вами завербованы для исполнения этой миссии. И для этого нам нужна Его сила, которую мы получаем через крещение во Святой Дух. Когда мы становимся христианином, последователем Христа, мы также перенимаем и его миссию. А его миссия — это спасение душ и создание новых учеников. А для этого нам нужно наделение божественной силой, потому что это сверхъестественная миссия. В крещении во Христа мы получили благословение Божие для нашей личной жизни в общении с Богом. Мы соединены с Богом через Дух, который внутри нас. Но затем идет следующий шаг. Подчинить Христу нашу... Душу и тело, чтобы получить его сверхъестественную силу, дабы быть его свидетелями на земле. Это крещение не сделает вас лучшим христианином, а наделит вас силой для Божьей работы. Бог желает, чтобы мы были наполнены духом. Мы не можем быть эффективными свидетелями Христа своими силами, и Он будет помогать нам в этом. Мы принимаем силу, когда Дух Святой сходит на нас. Это сила, чтобы быть Его свидетелями. Так сказал Иисус, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Но только от нас зависит, позволим ли мы Богу наполнить нас духом. Чтобы принять силу Святого Духа, вам нужно созидать свою веру. Очень важно креститься во Святой Дух, но прежде нужно родиться свыше. Только те, кто спасены и имеют Духа внутри, могут получить Духа и на себя. Иисус так описал это в Евангелии от Матфея 9 главе 17 стихе. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи. Избегается то и другое. Старые мехи – это наш старый духовный человек. И чтобы принять новое вино духа, нам следует использовать новые или обновленные бурдюки. В то время, если у вас были старые потрескавшиеся бурдюки для вина, то их можно было обновить, втирая в них масло. Иными словами, Иисус говорит, что во время нового рождения Дух Святой входит в наш дух, как масло, и обновляет нас, и теперь мы готовы к принятию нового вина Святого Духа. Это два проявления служения Святого Духа: масло и вино. Вы не можете принять вино, пока сперва не примете масло Духа, которое сделает вас новыми мехами. Итак, тот же Дух, который мы принимаем во время спасения, хочет также сойти на нас и облечь нас в силу. Оба эти проявления Духа доступны всем верующим, и о них есть пророчество в Ветхом Завете, которые гласят, что Мессия принесет Новый Завет, а вместе с ним и двухстороннее благословение Духа, которое будет доступно всем верующим. Оно названо обещанием отца. Вот почему Иисус называл Новый Завет обещанным от отца. Это было тем, что было обещано еще в Ветхом Завете. Например, Евангелие от Луки 24 глава 49 стих. «И «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, а вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силою свыше». Деяние 1 глава 4 и 5 стихи. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иными словами, в обещанное от Отца входит и крещение во Святой Дух, которое он также описал как облачение в силу свыше или Дух на нас. И в день Пятидесятницы Петр объявил, что обещанное от Отца, а именно полное служение Святого Духа, было принято Иисусом для нас, а потом излито на нас. То есть Иисус получил это обещание от нашего имени, а потом излил все это на нас в Духе Святом. Деяние 2,33. Итак, Он, быв вознесен Десницею Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Петр же сказал им ⁇ Покайтесь ⁇ и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование Духа и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Итак, обещание Духа внутри и на нас принадлежит всем верующим. Все, призванные Господом, могут иметь это крещение Духом и Его силой. Обратите внимание, что обещание Духа, Его обитание внутри через новое рождение и крещение в Дух, принадлежит всем верующим во Христа, всем, кого Господь призывает к себе. Ветхий Завет тоже указывает на двухстороннее Божие обетование. Во-первых, Дух внутри всех верующих через новое рождение. Во-вторых, Дух на всех верующих. И Иезекииль пророчествовал о духе внутри. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Это новое рождение. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои, будете соблюдать и выполнять». Итак, дух внутри предназначен для нашего личного хождения с Богом а у Духа на нас совсем другое предназначение — наделить нас силой для служения, для нашей личной связи с Богом и нашей святости. Дух на верующих был предсказан тоже, к примеру, в Исаии 59 главе 21 стихе. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих. А вот как действует сила Божия. Бог облекает нас во Святой Дух и вкладывает свои слова в наши уста. И когда мы говорим Его Слово, мы высвобождаем силу Духа и приносим благословение другим людям вот как передаются благословения этого завета. В книге Иаиля 2 главе тоже предсказано излияние Духа на всех верующих. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть сведения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа моего». То есть это для всех а не для особенных пророков. Все будут иметь Духа на себе, и это приведет к проявлению сверхъестественной силы. И все это ради одной цели — прославление Иисуса и исполнение великого поручения. В Ветхом Завете Дух Божий был на некоторых пророках, священниках и царях, но они не имели Духа Божьего внутри. И даже то, что Дух был на них, это было не постоянно. Но согласно пророчеству в Новом Завете, когда придет Мессия, Дух будет внутри верующих. Они будут рождены свыше. А еще Он будет и на них, на всех верующих и это будет на постоянной основе, потому что дух на верующем — это проявление того, что он есть внутри. Это стало ответом на молитву Моисея, записанную в числах 11 главе. Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня?» Некоторые люди в народе начали пророчествовать, и Иисус Новин решил, что они не должны этого делать. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал духа своего на них. То есть, воля Божия в том, чтобы все имели Духа Святого. Так и должно быть. Теперь в Новом Завете все люди Божии получают Духа внутрь, и вдобавок к этому все они могут иметь Духа еще и на себе. Это будет доступно всем верующим. Это благословение Завета стало возможным благодаря смерти и воскресению Мессии. Это подтверждено в послании к Галатам. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано: Проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Заметьте, что здесь сказано о благословении Авраама и обещанном духе. Тут описана жертвенная смерть Христа. Он взял на себя проклятие, чтобы мы могли иметь благословение. Своей совершенной жертвой Он приобрел право получить обещанного Духа для нас, а потом передать Его нам. Искупив нас, Он дал нам право принять это обещание. Он сделал нас пригодными для принятия нашего наследия во Христе в которые входит и Дух Святой, слава Богу. Обещанный Святой Дух не был доступен Ветхом Заветием, потому что еще не было смерти и воскресения Христа. Заметьте, что это также названо благословением Авраама. Благословение Авраама тоже имеет два аспекта. Бог сказал Аврааму, Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением. Первый аспект благословения — это благословение нашей собственной жизни. Дух Святой в нас для нашей личной связи с Богом. Но еще Бог желает сделать нас благословением. Бог желает, чтобы вы доносили свое благословение до других. Именно в этом смысл крещения во Святой Дух. Это похоже на сотворение человека. Когда Бог создал человека, Написано, что Он вдохнул в человека свое дыхание. Это благословение. Но затем говорится, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Иными словами, Он дал им силу передавать жизнь и благословение другим. Итак. Благословение Авраама состоит из двух частей ⁇ Дух внутри нас и Дух на нас. Это обещанный Дух в двух проявлениях, чтобы благословить нас и чтобы сделать нас благословением. Заметьте, что Иисус говорит в деяниях 1 главе. Он говорит, что ученики уже слышали от Него об этом обещании. «Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Далее мы рассмотрим жизнь Иисуса, Его служение и учение, чтобы увидеть, как Он готовил учеников к принятию Нового Завета, который наступит после Его воскресения. Иисус — наш пример. Иисус имел Дух внутри Себя еще от самого Своего рождения, даже от Своего зачатия. Но только когда Ему было 30, Он крестился в Дух Святой, а затем, через Свою смерть и воскресение, Он сделал это обетование о Духе Святом, доступным для всех нас. Иисус имел Духа внутри и на Себе. А когда Он отдал Свою жизнь, то сделал это, чтобы мы получили того же духа внутрь и на нас. Жизнь Иисуса показывает, что дух внутри и дух на нем это два разных аспекта: обеспечения нас духом святым. Конечно же, Иисус был зачат Духом Святым. Он с самого начала имел духа внутри, что отделяло его для Бога и давало ему возможность иметь отношения с Богом, а также жить в полной зависимости и в совершенном послушании Богу всю свою земную жизнь. Все это было благодаря Духу, который был внутри него. В Евангелии от Луки, 1 главе 35 стихе, Мария услышала, «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Это говорит нам о том, что Он имел Духа Святого внутри с самого начала, и это было ради Его собственной святости. Но Он не был наделен силой для служения, пока Дух Святой не сошел на Него во время Его крещения. Он не совершил никаких чудес или знамений, пока не был помазан Богом в возрасте 30 лет. Сказано, что обращение воды в вино было его первым знамением. Так положил Иисус начало чудесам в кане Галилейской и явил славу свою. Итак, мы видим, что в жизни Иисуса действие духа внутри него отличается от духа на нем. Хотя Иисус изначально имел духа внутри, только в 30 лет он был крещен в дух, что дало ему силу для служения. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки 3 главе. «Иисус, крестившись, молился. Отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в целесном виде, как голубь. И был глаз небес, глаголющий...» «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это 21 и 22 стихи. Этот голос дал ему право служить на земле и представлять Бога, но для этого ему нужна была сила Божия. А Иоанн говорит, «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Здесь сказано, что Дух Святой сойдет на Иисуса, чтобы дать Ему силу для служения. Это первая глава, 33 стих. Иисус будет крестить нас в Дух Святой, Он даст нам Духа. Итак, мы видим, хотя Иисус был рожден от Духа и имел Духа внутри, от самого рождения крещение в Дух Он получил, только в 30 лет. То же касается и нас. То, что мы рождены от Духа. И имеем духа внутри, не означает, что мы автоматически крещены в дух. Потому что это совсем другой опыт, доступный только после нового рождения. Писание говорит, что вначале Иисус был крещен в Дух Святой, а потом Он будет крестить всех нас в Святой Дух. Итак, Иисус первым принял крещение в дух. Он сделал это как наш представитель, как пионер. Затем это дало ему возможность крестить и нас в Дух Святой. Все, что он получает от Бога, он передает нам. И получается, что крещение Иисуса в Дух это пример для нас. Единственная разница в том, что Иисус получил Духа Божьего без меры. Опять же, в Евангелии от Иоанна 3 главе 34 стихе сказано, Бог дает ему своего духа без всякого ограничения. То есть, он имеет всю полноту духа. Мы же не в силах принять всю полноту духа. Поэтому он дает нам меру духа в соответствии с нашими дарами и служением. Итак, тот факт, что крещение Иисуса в Дух Святой — это пример для нас, говорит нам о том, что крещение в Дух — это совершенно другой опыт, идущий следом за рождением свыше и принятием Духа внутрь. Во-вторых, крещение Иисуса в Дух показывает, что Дух сошел на Иисуса и оставался на Нем, облекая Его силой. Также Иисус хочет крестить нас в Свой Дух. Это означает, что Его Дух сойдет на нас и облечет нас Своей силой, потому что именно так происходило с самим Иисусом. Иисус крестился в Дух одновременно с водным крещением, или, скорее, сразу, после Своего крещения в воде. Хотя эти два крещения не обязательно должны происходить в одно и то же время, однако тот факт, что Иисус был крещен в воде и в духе в одно и то же время, показывает, что между ними очень тесная связь. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующий раз. Эта связь неоднократно подтверждается в Писании, соединяя водное крещение с крещением в дух. Вы не можете принять вино, пока сперва не примете масло Духа, которое сделает вас новыми мехами. Тот же Дух, который мы принимаем во время спасения, желает сойти на нас и облечь нас в силу. В Евангелии от Матфея 3 главе 11 стихе сказано так. «Я крещу вас в воде, но идущий за Мною будет крестить вас в Духе Святом» то есть водное крещение. Это прообраз крещения в дух. Во время водного крещения вы погружаетесь в воду. А во время крещения в дух Иисус хочет погрузить вас в Дух Святой, чтобы Дух Святой покрыл и окутал вас. Изучение этого вопроса мы продолжим в следующий раз. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.